Back on track. Привет, ребята, я вернулась домой. Сейчас вернулась с тренировки. И я решила записать для вас новый влог из дома. Потому что почему бы нет? Но я уезжаю уже на этой неделе в субботу. Поэтому нас ждет новое путешествие, но в этот раз по России. Мы решили поехать в Москву на машине. Я не была во многих городах в нашей стране, поэтому мне кажется, это будет что-то интересное и что-то другое. Не знаю, буду ли я тут делать влог, посмотрим, но пока влог из дома. Я сейчас приведу себя в порядок, пообедаю, потому что я уже очень голодная после тренировки. И я хотела встретиться сегодня с Катей и выпить кофе. Мы не виделись с тех пор, как вернулись домой. И еще сегодня хорошая погода, а это редкость на Урале в этом месяце, потому что мы приехали в дождь, холод и настоящую осеннюю погоду. Привет, друзья! Сегодня у нас вторник. Вчера была не совсем удачная попытка снимать влог, потому что все мои планы немножко оборвались. Я провела практически весь день дома, сходила на тренировку. И вечером мы все-таки встретились с Катей вроде как на кофе, но не совсем. Ну, сегодня новый день, и я надеюсь, он будет более наполненным, и я буду больше снимать. Сейчас я собираюсь, потому что сегодня мы встречаемся с Лизой, я надеюсь, по крайней мере. Я с ней не виделась очень давно. Ну как, с концерта Эда Ширана. Мы хотели пообедать. Очень надеюсь, что мы пообедаем. И я должна отдать ей сувениры, которые я привезла из Италии. Кстати, сейчас вам их покажу быстро. Короче, я ей привезла вот такие печеньки лимонные. Везде они продаются, там с лимонным кремом. Я сама не пробовала, но Катя пробовала в Соренто, она сказала, что это божественно, поэтому я купила ее упаковку. И, естественно, лимончелло. Что еще я могла привезти с Амальфитанского побережья, как не лимончелло, потому что это родина этого напитка. Я сама его пробовала. Он крепкий, поэтому если вам нет 18, пожалуйста, не пейте его. И еще я ей привезла пармезан, но он в холодильнике, естественно. Но он такой shredded, сразу же натертый, чтобы добавлять куда-то. Я знаю, что Лиза любит пасту готовить, поэтому пармезан с родиной пармезаном. Ну, я всегда всем привожу еду, потому что мне кажется, что это один из лучших способов прочувствовать культуру и атмосферу того места максимально четко, не побывав в нем через еду и напитки. А еще я сегодня хочу сделать пару фотографий, потому что как я приехала домой, я не фотографировалась, а хочется каких-то фотографий новых. И у меня вот... И я сейчас хочу повесить эту блузку, чтобы она была менее мятая. Это, кстати, Uniqlo. И я купила джинсы. Это идеальные джинсы для девочек с узкой талией. По крайней мере, мне подошло. Они хорошо сели на талии, хорошо сели на попе. Параметры у меня примерно талия 60, бедра 90. И это размер 23. Обычно я ношу, правда, 24. Не знаю, либо это мой размер в Uniqlo, либо я немного похудела. Без понятия, ну вот. В этом размере я купила джинсы. Вот что написано на этикетке. В общем, я собираюсь сегодня их надеть. У нас достаточно тепло для уральского августа. По крайней мере, люди не в шубах. Это уже жизнеутверждающее. Я считаю, где-то около 18 градусов, но хотя бы солнце, а не дождь, уже плюс. Ну, а я пока хожу в пижаме. И посылка, которую я вам вчера не показала, вернее, я сняла эту часть, но она мне не понравилась, поэтому
сегодня с вами открою посылку очень крутую. Сейчас вам покажу, что же мне пришло такое. В общем-то, мне пришла посылка от Daniel Wellington. Я просто не снимаю адрес. Но сейчас мы с вами посмотрим красоту, которая мне пришла. Вообще, очень люблю этот бренд. У меня уже есть часы, если вы знаете о Daniel Wellington. Мне очень нравится, как они выглядят. И у них хорошее качество. Кстати, в Екатеринбурге недавно открылся магазин. Я в него еще не успела зайти, но видела со стороны. Он очень классно выглядит. Ни разу не была в их официальных магазинах, хотя видела в Лондоне их магазин. В общем, мне пришло две вещи. Первое – это часы. Вот такие невероятно красивые. Это вроде бы новинка, если я не ошибаюсь. Они в розовом золоте. Да, короче, я сделала немножко яркость поменьше. У меня есть уже часы, как я сказала, поменьше и с кожаным ремешком. И в этот раз я взяла вот эти с металлическим и побольше. Они невероятно красивые, в розовом золоте выполнены. К ним я выбрала вот такой браслет. Он тоже в розовом золоте. Тоже их новинка, если я не ошибаюсь. И они есть в разных цветах, еще, по-моему, в розовом. Но я взяла вот с серой деталью. Они потрясающе смотрятся вместе. И, кстати, у Daniel Wellington сейчас проходит акция. И вы можете заказать часы и выбрать к ним браслет. И на браслет будет скидка 50%. Что, мне кажется, очень выгодно, потому что они вместе смотрятся просто потрясающе. И еще у меня есть промокод для вас, 15% скидка, я его где-то здесь оставлю. У меня села батарея неожиданно, извините. В общем, да, я оставлю здесь промокод, он дает скидку 15%, и этот промокод также суммируется с акцией. То есть вы получаете 50% скидку на браслет и еще 15% на ваш общий заказ, и получается очень выгодная покупка. И часы вам прослужат долго. На своем опыте говорю, потому что моим уже несколько лет, и я их люблю и ношу. Сейчас я, наверное, поделаю кое-какие дела и буду собираться на встречу с Лизой. Так, все, я собралась, выхожу сейчас к Лизе. Мой образ, блузка и джинсы Uniqlo, которые я вам показывала. Пиджак Сандра, потому что немного прохладно, я его для фото, скорее всего, сниму. И моя сумка новая от Пинка, которую я купила в Италии. И из аксессуаров просто сережки. Встретились с Лизой, пообедали очень вкусно, безглютеновыми вафлями, полезный обед. И я зашла в гейт 31, мне девочки подарили на день рождения сертификат, я наконец-то его потратила и купила платье, которое сидит просто великолепно. И сейчас иду еще в один шоурум, хочу зайти. Я зашла еще в магазин фермерских продуктов. Надеюсь, вам что-то слышно. Потому что я хотела безглютеновый хлеб купить, потому что я сейчас стараюсь не употреблять глютен. И еще пару штучек купила, покажу вам дома. Все, я дома. На улице жуткий ветер, но я надеюсь, что вы смогли хоть что-то услышать. Сейчас вам покажу быстро, что я купила. Собственно, в гейте я купила платье, которое показывала в примерочной. Оно очень хорошо село. В фермерском магазине я купила вот такой безглютеновый хлеб. Вот его состав. Очень хороший состав, как мне кажется. Обожаю хлеб из зеленой гречки. Дальше купила натуральную арахисовую пасту.
Это кранчи с кусочками арахиса, моя любимая. Тут ничего кроме арахиса нету, это больше как урбич даже. Потом взяла холи корн, я его очень люблю, но вот этот вот со сметаной еще не пробовала. Попробуем. И в органик шопе я купила наконец-то вот этот лосьон от Машиного сад. Не знаю, не столько ради того, что его Маша выпустила, сколько ради запаха. Потому что, если вы знаете, я обожаю аромат розы в продуктах по уходу за телом. И блестки у него тоже очень такие мягкие, я бы сказала. Вот такой у меня был улов. И еще купила себе веганский кокосовый торт, чтобы съесть. С кофе или с чаем? Сейчас переоденусь, немного передохну, потому что я не пользовалась сегодня ни такси, ни каким-то транспортом. Мне хотелось прям погулять. Я нагуляла 7 километров, по-моему. Или что-то около того. И также сделала пару фотографий. Хочу сейчас их отобрать, обработать и выложить. Прекрасный веганский тортик. И работа. Доброе утро! Многие из вас сказали, что вам интересно видеть, что я ем на завтрак. Вот один из примеров. Это безглютеновый хлеб, авокадо, яйцо, овощи. И сверху я еще присыплю копченой паприкой и, разумеется, кофе. Вот один из моих любимых вариантов. Новый день, новая тренировка. Привет, друзья! Я с вами, по-моему, еще сегодня не говорила толком. На сегодня среда. Немножко странный день. Я утром сходила на тренировку после завтрака, потом мы с мамой поехали к бабушке прибирать квартиру, а потом заехали пообедать и в пару мест в торговом центре. Купили несколько вещей, потому что я не помню, говорила я или нет. Вернее, вставила ли я тот кусок, где я об этом говорила. Но мы в субботу уезжаем на машине в Москву, и нужно было купить что-то для поездки. Сейчас вам покажу. Сейчас я, собственно, поужинала и хочу посмотреть какой-нибудь фильм. Но сейчас вам покажу, что купила. В Uniqlo я купила такую толстовку или платье-толстовку. Обычную черную. Она классно смотрится с леггинсами и очень удобно будет ехать в машине, но при этом она смотрится стильно. Например, с лоферами или белыми моими кедами. И, допустим, сумкой, если выходить куда-то гулять. Ну и самое главное, что в машине в ней будет комфортно, не холодно, не жарко. А в Рив Гоше... Так, купила новый вок. В Рив Гоше купила новую маску попробовать от Origins, у них сейчас скидки. Взяла очищающую и увлажняющую, вернее питательную, Clear Improvement с углем и медом. У Насти Волковой видела в сторис. И мне подарили дорожную косметичку очень вовремя, потому что, мне кажется, для поездки на машине будет отлично. Сюда сложу часть уходовой косметики, сюда сложу декоративную. И все это вот так умещается.
И, кстати, хотела вам показать, какие я сегодня тренировки делала. Это приложение Nike Training. И я делала вот эти две. Мне нельзя слишком интенсивные, поэтому вот эти мне как раз подошли. Quick Bottom Toner 24 минуты и Core Strength 8 минут. Вот это больше как из пилатеса. Но это просто силовая, не очень интенсивная. И потом я делала 15 минут кардио и растяжку. Доброе утро! Сейчас 9 утра. Сегодня четверг. Я обычно не выгляжу так в 9 утра в выходной, потому что я уже немножко собралась. Но я думаю, что по моему голосу понятно, что я либо заболела, либо недавно встала. Слава богу, второй вариант. И мы сегодня с Катей идем завтракать в новое место. Встречаемся в 10 утра. И я вам покажу в этот раз сегодня, что я ем не дома, а завтрак. И сейчас надо собраться, сегодня жутко холодно. Я не хочу доставать пальто, поэтому, скорее всего, надену свой плащ. Ну, пойдем собираться. И вам, наверное, интересно, что с моим режимом? Потому что обычно я никогда не встаю около 9 утра. Я всегда встаю там в 6:30, в 7:30, в 8 это прям мой максимум. Но после поездки я еще не до конца перешла обратно на это время. Меня немного кроет джетлаг, но ничего страшного, мы справимся. Тем более послезавтра снова уезжать. Так, мы пришли завтракать в буфет в Европе. Взяли уже кофе. Сейчас ждем нашу еду. Мы сегодня по яйцам. Я взяла омлет с трюфелем, лососем и авокадо. А у Кати с шакшуком. И кофе. Мы позавтракали и сейчас идем косметику. Я веду Катю, чтобы она послушала ароматы их. На улице очень холодно, очень холодно. Все, мы с Катей послушали вкусные ароматы, зашли в Без муки. Сейчас я иду к маме, потому что она в торговом центре рядом, и поеду домой уже на машине, потому что очень холодно. Я пришла домой и поняла, что утром не показала вам свой образ, хотя он супер простой. Плащ 12 Stories мой любимый, в котором я замерзла в результате. Футболка Uniqlo, джинсы Levi's, подвеска с буквой P. Massimo Dutti. Я понимаю, что у меня много сумок, которые скучают по мне. Но я не могу перестать носить эту, потому что я давно очень хотела маленькую черную сумку. Да, пинка. И опять в своих сережках я их не меняю. Мне очень нравится комбинация размером. Но сережки H&M. Я так и не нашла идеальные из натурального золота пока. Ну а пока я начну обрабатывать это видео и вообще отвечу на некоторые мейлы. Немного поработаю перед обедом. Сейчас монтировала этот влог и поняла, что, во-первых, я с вами так толком и не попрощалась, поэтому я хочу завершить этот влог и еще скажу, что часть материала, к сожалению, удалилась и кое-какие кусочки не показались в видео, но
Тем не менее, я надеюсь, что вам понравился влог. И увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Пока-пока.